Самую большую школу в республике построят в Ленске. Она будет рассчитана почти на 1000 учащихся. Проект сейчас разрабатывают. Он станет основным в реализации задачи, поставленной президентом страны, перевести все школы России на односменное обучение до 2025 года. Как сегодня учатся школы Ленска и когда начнется строительство нового образовательного учреждения, расскажут наши корреспонденты. Ученики Ленской школы номер 2 каждый день приходят на занятия к 8 утра. Все ученики. В этой школе второй смены нет. Отменили 3 года назад. Как утверждает директор образовательного учреждения Татьяна Суенко, легче стало и педагогам, и детям. Очень удобно работать в одну смену. Во-первых, плюсы какие? Для учителя. Он никуда не торопится после уроков. Он сидит в своем кабинете, проверяет тетради, готовится к урокам, к следующим. С детьми занимается, и как с одаренными детьми, и как с дети, которые требуют поддержки учителя. Это первое. Второе – ученик. Самое, наверное, главное – ученик. Мы заканчиваем первую смену около 2 часов дня. Они обедают в столовой, приходят в столовую, кому надо, и пошли по дополнительным занятиям. Консультации, факультативы, кружки, спортивные секции. Ученики второй школы успевают везде. Сложнее тем, кто учится в 2 смены. Таких школ в Ленске 4. Постепенно и их будут переводить на односменный режим. Первая в очереди – школа номер 1. В перспективе у нас строительство школы на 990 мест, которая начнется в 2019 году. И после сдачи в эксплуатацию данной школы все наши дети в Ленском районе будут учиться в 1 смену. Школа на 990 мест станет самой большой в Якутии. Мы вошли в инвестиционный план. Подтвердило Министерство образования, что сейчас идет проектирование данного типа школ. Вы знаете, что таких школ на 1000 учащихся в республике нет. Самое большое – это 700-800 учащихся. Новые школы появятся и в других наслегах Ленского района. Уже в 2018 году начнется строительство образовательного учреждения в селе Талон и селе Натура. На эти цели в районный бюджет уже заложено 240 миллионов рублей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВКСХ, Ленск.